В 2005-м 22-летний Алим Селимов впервые в истории суверенной Беларуси становится чемпионом мира по борьбе. 6 лет спустя, после череды травм, неудач и падений, он снова проводит блистательный турнир. Победа в стамбульском финале над поляком Дамьяном Янковским приносит нашему борцу титул чемпиона мира во второй раз. А также он становится спортсменом года в Беларуси.